Всем здравствуйте. Такая зима опять у нас пришла. Пришел я на озеро. Ну, чтобы от дома недалеко. Вот такая штука у нас есть. Это, в общем, я решил ворона. Шороха тренировать. Не знаю, что у нас из этого получится. Пахнет. Для меня пахнет, для него не знаю. Так, вот сейчас крышку поменял с дырочками. О. Вот так вот тут. Тут, короче, так бах, как будто. Кровищи. Ну и сейчас таким макаром попробую. Попробую сделать, в общем, след. Опыта нету, в комментариях потом напишите, как надо было делать. Вот с такой частотой, в общем, я сейчас сделаю. Ну, наверное, доберез метров 100 общий. Доберет грудодеревьев, общей протяженностью будет след. Ну и минут через 30, раньше у меня не получится, приведу сюда шороха. Попробуем мы. Ну, в общем, ладно, пошел я. Не знаю, в общем, вот набрызгал. Судя по следам, зверь шел туда. Ранение на левую сторону у него. Так что сейчас вернусь до дома, возьму шороха и попробую шороха вот на такую рыбу, на карася. Я же был на рыбалке. Так что карась. Ну и все. Потом посмотрим, как у него будет получаться. Прямолинейно, короче, вдоль берега сделал. Хорошей жидкости у нас осталось маленько. Так что вот так. Думаю, путать след рано. Главное, чтобы понял, то может и этого будет недостаточно. Надо было короче сделать и еще чаще лить. Ну, не знаю. Комментарии открыты. Все читаю. Так что вот так вот. Ну, прошло минут 20-25, наверное. Идем мы шорохом. Движемся в сторону озера. Вон мышей ловит. Сейчас вот где-то как раз напротив примерно. Раненый зверь был условно. Ага, почуял что-то почуял. Ищи давай. Нет, похоже, не почуял. Ну, что скажешь-то? Смотри. Нет, да? Не так скажи. Ну-ка, ищи давай.
Ноль эмоций вроде. Ранение хорошее, прямо кровище. Кровище бежало. Ай, да, ищи, ищи, ищи. Вот, 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 вот. Засранец. А пробка-то пахнет, да? Пробка пахнет. Вот, 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 смотри. Шорох, шорох, айда, смотри. Айда, 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 ищи. Айда, ищи. Надо было, наверное, какую-то лапку взять, что ли, ей макать. Ну, айда, айда. Есть же какой-то запах-то? Или нет никакого запаха? Шорох. Засранец. Вот, 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 смотри, смотри. Айда, айда, вот, 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 вот. Айда, айда, шорох, айда, айда, ищи. Паразит. Вот, 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 вот следы, вот, смотри, вот. Не-а, не-а. Ну вот, возле дерева налито больше. Нет, обратно побежал. Не нашел, что ли? Или нашел? Или меня звать пошел? Вот, вот, вот. Давай, ищи. Ищи, ищи давай, да. Айда, 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 ищи. Вот, 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 вот. Вот, 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 айда. Шорох, вот. Айда, 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 ищи. Я думал, будет проще. Я думал, след возьмет, как вчешет, и все, и найдет. А не там-то было. Не там-то было. Ищи. Ищи давай. Ищи, ищи это. Шорох. Да, ищи. Ищи, ищи, ищи. Да, ищи. Да. Там-то ничего нету, надо тут искать.
Ищи. Ого, нашел что ли? Чего нашел? Чего нашел? А, что-то нашел? Нашел что-то, да? Молодец, молодец. Ну все, теперь не отдам, да, скажи? Молодец, молодец. Молодец. Еще, значит, надо тебя тренировать, да? Тренировать и тренировать. Возьми, 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 возьми. Возьми, возьми, возьми. Взять, 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 взять. Взять, 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 иди. Ага, в рюкзаке пахнет. Все, научимся, да? Научимся. Ищи. Ищи, ищи, давай, ищи. Ищи, где? Где, где? Где она? Положу сейчас. Ну где у тебя, где? Когда показывай, где? Вот, вон, 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 вон на дереве, вот она, вот она. Вот она, вот она, и да, возьми. Ну-ка, нельзя на меня. Спрятал, в общем. Выкопал яму там. Перепрятывать пошел, что ли?
Все закопал. Все, молодец. Айда. Айда, молодец. Вот еще бы сам нашелся по крови. Пошли. Тебя лисы ее ночью уже сожрут. Да, пошли. В общем, идем мы с Шорохом. Гуляем. Я вот так вот, короче, хотел сейчас перейти и провалился по самое не хочу, короче. Вода холодная. Как таковой воды-то в сапог не натекло, со штанов бежит мокро. Не ожидал. Вчера на рыбалке были, позавчера вернее. Метр льда, а сейчас бульк, там бы с головой скрыло. По глубине. У меня за камышом уже конь плавает. Так что как-то, короче, неприятно, когда под ногами раз и все провалилось. Да, Шорох? Ты же бы меня выручил. Хвост бы подал.